Транспортная революция. Именно так можно назвать серьезные изменения, которые ждут общественный транспорт в Нижнем Новгороде. Мэр города Владимир Панов посвятил этому вопросу отдельный брифинг. Пожалуй, главное запланированное изменение – это динамическое, меняющееся в зависимости от необходимости расписание автобусов и выделение отдельных полос для общественного транспорта. Это непростой проект, потому что, к сожалению, у нас нет широких больших проспектов, как мы могли бы просто выделить. Поэтому в данном случае мы будем сейчас делать пилоты, чтобы смотреть. Потому что в данном случае тоже получается сложное решение. С одной стороны, если мы отдаем приоритет общественному транспорту, то скорость повышается, но мы увеличим плотность потока жилищного транспорта. К сожалению, вот все, что касается общественного транспорта и дорог в городе, простых решений, когда нужно просто принять и станет хорошо, их нет. То есть каждое решение, оно сложное, то есть нужно выбирать, где больше плюсов и где меньше минусов. С помощью центральной нашей диспетчерской в оперативном режиме любой водитель получает информацию о изменениям, скажем так, графика. И, скажем так, таким образом мы интервалы времени будем оптимизировать. В то же время в это динамическое расписание, в общем, у нас сейчас будет ходить сам главный муниципальный транспорт, и потихоньку будем внедрять его еще и частно, чтобы мы ходили в общей системе и уже работали на город. Системность этого процесса у нас заключается в следующем. Мы будем реализовывать умные остановки в большом масштабе в 2019 году. То есть в первом полугодии у нас появится около 150 остановок уже. Соответственно, что там должно произойти? Мы сейчас работаем над модернизацией системы, которая сводит в режиме через GPS уже сигналы всю информацию о каждом движущемся транспорте, который имеет отношение к общественному транспорту города. Поэтому новая система контроля за движением общественного транспорта, именно в первую очередь с расписанием, чтобы оно было. То есть мы, я думаю, все бы хотели, чтобы мы понимали, что транспорт ездит, вот его интервал, вот его время. В настоящее время мы увеличили выпуск своих маршрутов. 57-й автобус с 4 до 12 единиц, 90-й с 16 единиц до 30 на сегодняшний день. Таким образом, интервал движения сократились по всем маршрутам, ну, где-то в два раза, где-то более чем в два раза.